Большой проект по перестройке пограничного пункта связан с желанием Евросоюза улучшить условия по пересечению границы для бизнеса и торговли, а также упростить перемещение людей и товаров через границу стран еврозоны и их партнеров – Молдавии и Украины. Мы разделяем определенные ценности, мы хотим улучшить жизнь людей. Оба страны подписали соглашение об ассоциации. Пока же высокоуполномоченные гости, представители Евросоюза и ООН, а также таможенники символично заложили фундамент будущего грандиозного строительства. Три кирпича, скрепленные цементом, символизируют три стороны – Украину, Молдову и Евросоюз. Пограничный пункт будет отвечать всем европейским нормам и стандартам качества. А также здесь планируют внедрить передовую практику в области пограничной инфраструктуры. С этой целью будут заключены контракты с международными экспертами. Данная инициатива показывает гражданам преимущества восточного партнерства и тех инициатив, которые поднимают качество жизни людей. Проект строительства нового пункта в Паланке собираются освоить до 2018 года. Общий бюджет – более 5 миллионов евро. Львиную долю финансирует Евросоюз. Остальную часть расходов берет на себя правительство Молдовы. Проект будет внедрен в два этапа – техническое проектирование и выполнение строительных работ. Всеволод Ананьев, Юрий Шинкаренко, Думская ТВ.